Кубань – река. Ее называют сестрой земли, поилицей кубанских черноземов. Нравом и видом своим Кубань совсем не похожа на горную реку. Но воды ее рождены в ледниках при Эльбрусе. Там начинают свой бег реки Улукам и Учкунам, сливаются, и от них уже раздольная Кубань. Река удестеряет плодоносную силу кубанских полей. Кубанцы – исконные хлеборобы. А это своеобразный музей старого быта. В облике казачьих поселений сохраняются приметы труда и обихода земледельцев. В нехитрой домашней утвари столько простоты, если хотите, изысканности, хозяйской целесообразности. Оружие дедов и прадедов, защищавших южнорусские границы и основавших без малого 200 лет назад сторожевой и пшеничный город Краснодар. Сегодня это центр высокоразвитого индустриального и сельскохозяйственного края, одной из богатейших житниц нашей страны. На реке создана целая сеть крупных водохранилищ. В экономику Кубани вписана еще одна важная отрасль – рисоводство. Высокая механизация – отличительная черта земледелия на Кубани. Чернозем называют золотым покрывалом земли. Теперь под его толщей обнаружено и черное золото, кубанская нефть. Издревле осень для земледельцев, пора отдыха, пора итогов и веселых свадеб. Прекрасна Кубань в тихий вечерний час, щедрая и работящая сестра земли.